Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Сегодня мы празднуем непорочное зачатие Богородицы Марии. Это великолепный праздник, потому что ставить этот праздник перед нашими глазами изобилие благодати, щедрость Бога, который не только бескорыстно спасает нас, но ставит перед нашими глазами лицо, личность Богородицы без пятна, без пятна первородного греха. И это говорит о величии, красоты. Это говорит о том, что где-то существует этот образ, и мы все предназначены к ней. Примите мое благословение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доброй недели с Богом!